Авария произошла в Новоаннинском районе сегодня, 25 декабря, в 10 часов 30 минут. По предварительным данным, легковой автомобиль Infiniti занесло на скользком участке дороги, иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик МАН. После первого удара произошло столкновение с легковыми автомобилями Toyota Camry, Volkswagen Polo и Lada Priora. Авария произошла в Новоаннинском районе сегодня, 25 декабря, в 10 часов 30 минут. По предварительным данным, легковой автомобиль Infiniti занесло на скользком участке дороги, иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик МАН. После первого удара произошло столкновение с легковыми автомобилями Toyota Camry, Volkswagen Polo и Lada Priora. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.